Доброе утро! Сегодня будет неожиданное видео для многих. Сегодня мы делаем зарубу снова. Только сегодня будет небольшая поправка. Сегодня я буду видео Bolt против всех. Мы будем кататься Uber, Bolt, Уклон, может быть, еще какие-то другие службы будут. Сделаем небольшую аналитику. Встречаемся, как обычно, у меня здесь в Ашане. Всем приятного просмотра. А я, кстати, заметил, многие, кто смотрит, на меня еще не подписались. Для меня будет лучшая поддержка, это, конечно же, подписаться на канал. И полетели в космос. Утечка, Ашан. Интересно. Я один буду? Я здесь буду стоять на площади посрединке. Я на Ашане. Одна машинка приехала, IKEA K5. Так, Шан понимает, что без рекламы мы не можем. Сразу подогнал водичку пацанам. Первая машина. K5. Пробег 258. Сколько же там? 432. Что катать будешь? Уклон Uber Utex. Уклон Uber Utex. Хорошо, не вопрос. Покатаем его. Вторая машинка у нас Honda. Какой у нас пробег? 211 487. Что катать будешь? Uber. Только Uber катаешь? Вот это хорошо. Ничего себе, ничего себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же это у нас? Это специальный гость. Как минимум у нас сегодня уже 4 машины. И еще есть 25 минут времени. Ну что там у тебя по пробегу? 500 тысяч, да? Ты же говорил, у тебя 200. 202 573. Что катать будешь сегодня? Сколько программ? Не знаю, как получится. Как получится? Все. Где-то 4. 4. 4-5. 4-5. Ну хорошо. А там как будет насыпать, не знаю. Все, отличненько. Пятая машинка подъехала. Виталь, давай сразу, чтобы не отходя от кассы. О, ты в рубашке. У тебя что, праздник сегодня? Да. Я собрался сегодня. Какой там пробег? Пробег? Нагнуть реально? Да, сейчас. Ну давай. Конкурента тебе привез сегодня, киевский таксист. 214 771. Супер. Что катать будешь сегодня? Уклон и одну балалайку. Хорошо. Киевского таксиста 500 тысяч пробега, он говорил 200. Ну, немає же. Сколько у тебя? 391 925. Да, 925. Катать будешь только Uber, правильно? Uber. Все, да. Отличненько. Смотрите, уже у нас 6 машинок. Ловлю заказ домой. Приходит 190 за 18 на, ага, Петропавловскую Борщеговку. Я подаюсь, набираю, блядь, а пас говорит, я типа возле фуникулера, хотя перед этим созвонился, короче, он стоял где-то там, блядь, типа на наборе. Говорит, да не, типа, я сразу сказал, что я там, типа, понял. Ну, подъезжаешь к фуникулеру, звоню диспам, типа, говорю, так и так. Она переспросила, говорит, вы его сразу возле фуникулера забрали? Говорю, нет, подался туда, а потом же что? И она пересчитала, то есть мне, что я подался туда, понял, потом через фуникулер и уже, и пересчитала на 216 гривен. О, ну приятно. Угу, я прямо удивился. Так, ну что, какая стратегия сегодня? Какая? Да, давайте вместе обсудим. Мы же на кассу будем играть. Ну, да, касса, касса. Похуй пробег. Срать на пробег. Пробега не будет, да, смотрим касса, у всех время одинаковое, надо показать вот кассу. Вот вообще, да? Вообще, просто? Да, ну подаемся себе, как, видишь, классный как, заказ, 5 километров, подался себе, ну нормальная касса. Это ни о чем, 5 километров. Ну, я 5. Буду, я буду 20 подавать. 20, вот. Так в Uber все делают. Я сейчас беру верпень 20 за 30, ебашу 200, блядь. 20 километров назад откачиваюсь в Беличи, беру снова 20 за 30, стоянку, и вот так буду целый день. Все, все, ребят, вы слышали, да? 400 касса, так 600. Тигвин за 60 поездок. Это у нас Uber. Я, наверное, 60 поездок. А вот цель надо, чтобы... Так, заходим, мне многие спрашивали, вот машинки мои. Ставим, берем абсолютно все. По бизнесу, я не прощу. Чик. И на линию. Ну, давай, запускайся. Ну что, включились? Да. Я нет. Ну, ты же знаешь какую-то хитрость, наверное. Конечно, знаю. Хитрость называется посмотреть, где есть ли какая-то пробка где-то. Если деньги на всему кровь. Все, час обед, встречаемся на 8. Пацаны, 400 метров подач. Это не фантастика. Есть коэффициент? Нет коэффициента, голый тариф, подача была. А то все хотят подойти за 112. Всем удачи. До вечера. Номер телефона знают многие мы. С вами было не сильно приятно иметь дело, но уезжайте, пожалуйста. Все. Увидимся в центре за 89 гривен. Давай. Я думал, 76 будет тариф.
Пробег 151 485. Я обнуляюсь, проехал от заправки 5,7. Вот мы уже практически приехали, 400 метров подачи. Первый заказ закрываем, 99 гривен. Чуть оценить 5. Вот такой заказ, 123. 20 километров, 149 гривен. Друзья, этот, еду за собакой, четвертый заказ, у меня касса 371, пробег 48 километров, это по болту, там потом еще комиссия, понятное дело, будет. Что я хотел вам сказать, собачка 8 килограмм, специально для контента везу, человек мне говорит такое: а зачем вы в такси работаете на такой машине? Ребят, вот поэтому надо покупать Ланосы, я как бы реально задумался, может, богатый таксист будет на Ланосе ездить? Здравствуйте, у вас такая красивая собака. Стой. Мне кажется, что она даже меньше весит. Не, 8 килограмм. 8, да? О, какой красавчик. Везу человека, вот как раз собачка. Расскажите, какие проблемы вот у вас с собакой? В первую очередь, в основном, очень часто бывает, что звонят и спрашивают, большая ли собака. Вот, когда отвечаю, что собака небольшая, собака постоянно будет ходить, то есть сидеть на руках, а не ходить по салону, они говорят: да, хорошо. В конечном итоге ты ждешь свою машину минут 15, они ждут, чтобы ты отказался от заказа. А потом, если ты там в течение 15-20 минут не отказываешься от заказа, они сами отказываются. Но в основном происходит так, что мне приходится ждать по 15 минут. Вот. Из болта еще то, что, опять же таки, даже если ты везешь не собаку, а просто вот вызываешь машину, и, например, водитель звонит и говорит там: куда вам ехать? Ты говоришь: мне там туда-то, туда-то. Он: да, хорошо. И опять же таки ждет, пока ты откажешься от заказа, потому что ты по безналу, к примеру, да, и он понимает, что с тебя снимут деньги, а не с него. И вот он стоит, не едет, не отвечает на звонки, и уже не раз обращался в техподдержку болта, но как бы реакции ноль, вообще полный ноль. Спасибо, болт, примите к сведению, собираю информацию. 14 минут, 127, и это с животным, вот такие тарифы. Смотрите, какие коэффициенты красивые. 1,6, подаемся. Ехал 1,6 километра, 2 минуты. Вот мне бонус плюс 14 гривен. Но ребята дали до 1 гривны и сказали: блин, почему так дорого сегодня? Дорого было. Я говорю: ребят, по бизнесу у меня вообще немножко дороже, но ничего. И снова 1,6. 84, 16 ставили чай, 5,7 километров, 13 минут. Ну, 114 гривен, супер. Почти 21 километр. Пришел, коэффициент 1,5. Коллеги, везу детей, но на прибольшой жаль, у меня только есть один бустер. Ну, так как у детей праздник, день рождения не каждый день, мы делаем исключение. 777, пробег 87. 5 минут, 1,9 километра, 65 гривен. Пробег 91 километр. На кассу. А-ля-ля-ля, барабанная дробь. 842. И здесь снова коэффициент. 956, 11 часов 22 минуты, 101 пробег. Приехал в прекрасное место, привез девочку. 1006 на пробег почти 105 километров. Если вы помните, я делал по 130-135 километров за 1000 гривен по уклону. И я работал, постарался в категории бизнес. Тут я вожу все подряд, и мне все равно. И я пока доволен. Я даже задумался по поводу сделать ребрендинг своих машин, потому что условия в болте намного ярче. Uber просто слился как шарик, такой, и сдулся. 5,149 гривен я привез. Открываем, выходим с линии, выйти с линии. 1155 на пробег 121. Виталик набрал, что он здесь рядом находится. Мы сейчас покушаем. Видели киевского таксиста, он тоже подъезжал рядом. Все, движемся. Я надеюсь, ребята все работают. Вечером все увидим. Я заказал на 96 гривен. У тебя сколько получилось? 98. У тебя 98. Все, всем приятного аппетита. А мы кушаем. Что там Виталик рассказывал? 913 гривен у него, 90 километров пробег. Супер. Только решил отъехать от пузатой хаты, оттуда же пришел заказ. Возвращаемся. Как же я балдею от
нового качества съемки. Надо развиваться всегда и делать, стремиться в лучший контент для вас. 47 гривен, 2,2 километра, компенсация болт 5. Бывает тариф 78 за 9-15 минут. Не знаю, правильно это или нет. Во второй половине дня не так много заказов. Заехал на заправку, взял водичку, чай, буду пить. Посмотрим концовку вечера. Обойду я, не смогу обойти ребят. Ну, им проще все-таки, они могут подключать все, я вожу только болт. Но мне интересен болт на сегодняшний день. Я понимаю, что если бы я работал 3 дня, то сегодня я работал бы под 0%. А 0%, если вы делаете 120, допустим, заказов, 60 с комиссией 25 и 60 0, то это у вас процент комиссии 12,5. А если оно еще брендировано, то вы еще получаете бонус за это. Надо считать, думать. Интересно, очень интересно. Так, ну что я могу сказать? Сегодня я катаюсь с климатом. Кто-то понимает то, что я трачу дополнительные деньги, кто-то не понимает. Друзья, коллеги, отправляйте друзьям своим, те, кто ездят, те, мои подписчики, которые ездят в такси. Не экономьте, если вы можете, 7 гривен. Не ездите за счет водителя на климате, потому что у меня в Volkswagen где-то в день стоит климат 100-150 гривен. Ну, не очень хочется заплатить из своего кармана, но хочется ездить в холоде, не вонять. И вам, наверное, думаю, будет приятнее, мы будем мыть машины лучше. И понимание, что люди заказывают машину на высший класс, потому что за ними хорошие машины приезжают. Девчонки очень классные в Болте, мне нравятся, позитивные, но почему-то в Болте на сегодняшний день все стараются проехать только эконом. Некоторые люди, конечно, комфорт заказали, с собакой я вот провез. Ну, еще не вечер, еще 4 часа буду работать, посмотрим, что получится. Вполне пока сейчас доволен результатом, как я иду. Здравствуйте, сегодня у меня собака вторая, но человек сэкономил деньги, не заказал с собакой. Вот такое бывает. Очень милая девушка. Видно, что человек ездит по бизнесу, по Uber Black и так далее. Пообщался очень хорошо, понял, что на маленькие расстояния ездит, не парится. Говорит, разницы особой нету, только вот разница, что в кондиционере. Это да, 100%. Что еще хотел сказать? Она говорит, я не знала давно, что есть функция в Болте, что собаку можно перевозить, там кошечку и так далее. Просто, говорит, давно не ездила, последние разы пользовалась уклоном, поэтому, ну, вот так. Ничего. Все супер, настроение кайф, работаем еще 3 часа, посмотрим, какая касса получится. Тариф 169, клиент заплатил 130, комиссия... А, смотрите, компенсация плюс 40 гривен, 16,6 километров, 27 минут. Что там у нас по деньгам? Покажу вам, чтобы вы видели. 1816 на 194. 141 еще. Пробег 218 на кассу 2060. Только что заказ пришел в аэропорт Борисполь, время без 10 7, так как мы договорились с парнями на 8 часов, я этот заказ, конечно же, отменил и не повез. Осталось мало времени, заказ пришел без точки, и я решил, что не будем рисковать. Так, вот тариф получился 128 гривен. 2198, мне зашло 138, 10 гривен компенсация, 9,9, 24 минуты, отличный тариф. Все, у нас осталось время 25 минут, ставим Олимпийское и пробуем отсюда что-то взять. Ну что, время у нас 7.44, я уже подъезжаю к Дружбе народа, смотрите, какая пробка в обратную сторону идет, просто жестяк. Пробег у меня 236, но я уже с Березняков еду пустой. А, ну смотрите, до Ноуса супер. Вот мы здесь на этом Ноусе встречаемся сейчас. Как вам качество съемки? Kia сделала 125, 926, 319, 750 Uber. Три программы, вышло 2,120. Грязная касса. Чистая касса 1924 по Kia. Оп, вышла. 258, 681. Я посчитаю. Так, Uber 1251. Это у нас красненькая машинка. И сколько уклон? 158. И 158 одна. Пробег сколько? Пробег. Что, какая касса у тебя? 2085 гривен, пробег 251 километр. Как-то так, да.
Так, ну у меня получилось 2225 гривен и плюс 83 гривны чая. Я работал по 4 приложениям, в основном это был Уклон и Рексата. Еще был Ютакс, но он так ни одного заказа и не дал. И один заказ по Онке. Вот покажешь нам, так. Вот как ты плюсовал, есть у тебя? Вот так, парни, получилось? Да, да, ну это хуйня. У парня, того, который Максим работал, была касса 1500 гривен за 12 часов, и он проехал 199 километров. Такие кассы на сегодняшний день. 2198 плюс 65 гривен бонус за количество заказов. Мы на Ноусе. И вот все ребятки стоят, все машины здесь. Чистая касса получилась 1713 гривен. Что я могу сегодня рассказать вам? Если бы я работал понедельник, вторник, среда по 20 заказов, как сегодня, у меня там 21 заказ общий получился, у меня сегодня была бы комиссия 0. Опа. Серьезные пацаны подъехали, но они тоже участвуют с нами. Lexus'ы, вся команда киевский, мы. Вот, поэтому делайте выводы сами, мне понравилось работать, а вы думайте, где вам нравится работать. Но сегодня я не подключал Уклон бизнес и не возил ни Uber, ну больше ничего. Ну что ты? Ничего. Ты видишь, ты, бля, какой-то бандит. Пьем кофе и вперед дальше. И дальше, да? Ну, а ты устал, дед? Да нет. У тебя тачка, конечно, блин, в огнях. А что ты с таким прессом? Это так ходят эти? Ну, ого, это... у тебя телефон, ни хрена себе. Ты реально в такси работаешь, братан? Слышишь, брат? Красавчик, блин. Киски ты себе, ты понял? С прессом, айфон. Посмотри, покажи этот айфон. Покажи. Он выехал чисто на кофе заработать. Давно хотел с Виталиком. Ты с девочкой просто на вечер, чтобы так взял небольшой пресс, да? У этого касса пятерка? Да нет, ты чё, брат? У этого касса пятерка, бля! Он не приехал просто. Давай, 1947, это уже с вычетом комиссия. Вон. Сколько у тебя Ютекс получилось? Ютекс... Ютексу сотка. Ну тут 80, тут сотка. Ага. Сотка, смотри, и жёлтая вот. Вот тут вот сотка только что, да. Это было. И вот тут тоже сотка без чая. Ага. Так. Что ты можешь сказать? Тебе как Уклон нравится сейчас с этой комиссией? Не, ну комиссия, конечно, мне не нравится. Сейчас я стараюсь меньше в Уклоне делать заказы. Правильно, я тоже. Потому что, то есть, да, понятно. А тебе как комиссия нравится вообще? Получше, чем Болтун. О, хорошо, спасибо. Да, его купили, реально. Ну что, вот наш день и закончился. Наконец-то нас было 7 человек. Спасибо всем ребятам, кто приехал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие кассы были у вас в этот день. А это был, как всегда, богатый таксист. Пока. Теперь меня в городе будет лучше видно, ребят. Богатый таксист на Passat. Это первая машина, на которой наклейка есть. Последнее видео 6100 просмотров набрало. Заходим в комментарии и смотрим. У нас вот победитель, 20 комментариев. Владислав, я вас поздравляю, спасибо, что вы участвуете. Если вы с Киева, я вам лично чашку привезу.